Анимационная программа, выступление кавер-группы, прогулка с царем и световое шоу «Под занавес». В пятницу на площадке у Соборной горы прошла праздничная программа от парк-отелей. Персональная тренировка, как хотела. Поздравляю вас. Розыгрыши сертификатов на бесплатное посещение парк-отелей – бесспорно самый ожидаемый момент праздника. Заветные билетики с номерами и из барабана доставал сам царь. Возможность провести время в ресторане, позаниматься в тренажерном зале или поплавать в аквапарке получили десятки жителей. Праздничным вечером с царем можно было и прогуляться по Соборной горе, сфотографироваться, запечатлев этот волшебный миг. Негоже ходить по улицам и не видеть всяких изменений. Подтверждаю слова царя. Сотрудники парк-отелей, расположенных на территории округа, подготовили для жителей продолжительную и разнообразную программу. Команда аниматоров проводила танцевальные разминки, игры и конкурсы. На площади можно было прокатиться на веселом паровозике и лошадках. Они здесь показали ту программу, которую демонстрируют у себя в отелях. У нас работают вокалисты, которые выступают в парк-отелях. Оправдала надежды собравшихся на площади и кавер-группа «Мотив». В их исполнении прозвучали не только современные хиты, но и мелодии, хорошо знакомые старшему поколению. Прежде всего, хорошая музыка, действительно. Очень много треков, которые запоминаются и просто попадают в самое сердце. Действительно, также организация, в принципе, праздника. И эта атмосфера, которая совершенно неповторимая атмосфера. Ярким финальным аккордом в праздничной программе стало световое шоу.